школе имени Гнесиных торжественно открыли бюст ее создателя Елены Гнесиной. Автор Николай Никогасян. Он закончил эту работу в 1960 году. До настоящего момента бюст хранился в галерее НИКО. Передать произведение искусства школе решила дочь скульптора в преддверии 150-летия со дня рождения Елены Гнесиной. Почтить память пианистки собрались выпускники Гнесинки разных лет. Отмечать юбилей педагога будут не только в стенах школы. 31 мая в Москве пройдут два концерта памяти Елены Гнесиной. Концерт будет днем в филармонии 2 у нашего оркестра и школы. И мы надеемся, что люди придут и на дневной концерт в филармонию 2, где выступит наш выпускник с филармоническим оркестром из Тюмени. И вечером в «Заряде», где будет выступать наш оркестр «Гнесинские виртуозы» и оркестр Российской академии музыки имени Гнесина. Академии и школе имени Гнесина хочется пожелать процветания, побольше самых талантливых учеников, студентов и развития.